Всем привет, друзья! Это видеоблог «Две хаски». Сегодня 13 апреля, закончился нерестовый запрет. И наконец-то полноценная рыбалка. Приехал на реку Нара, она сзади меня. Будем ловить сегодня белую рыбу. Здесь хороший жерех, есть крупный голавль. Оп! Ну, так сказать, с дебютом. Погнали! Только что прошел дождик. Погода изумительная, солнышко подпекает, водичка прозрачная, ветра нету, ребята, это праздник. Праздник рыбалки. И что-то уже здесь все заросло. Так, как бы мне до туда дойти? Вода прозрачная, я прям вижу воблер. Прикольно. Надо было вейдерс, наверное, брать здесь. Даже не приходится подтягивать, он играет. Это, наверное, у меня самый мелководный крэнк, но он очень легенький, поэтому далеко не получается его кидать. Но другие, я думаю, если поставить, они просто будут сразу цеплять траву. Водичка очень прозрачная. Ой. Оп, крапивку поймал. Вот такой красавчик. Фирмы Пантон. О, сразу тучки появились. О, рыбетули. Рыбетули. Ну, в дождь я всегда ловлю самую крупную рыбу. Это я точно знаю. Ветерочек поднялся. Ребята, это была щука. Сошла. Это была щука. Ух. Ну-ка. Слава богу, не флюр. Ух, адреналинчик. Такая грамм 500, наверное. Что-то как-то... Да, надо немножко подтянуть было. Ну все. Ее там уже нету, мне кажется. Укололась подружка.
Куда бы кинуть? Тут еще жерех плавает. Вон он. Вон там. Есть тут один жерешок, который мне не дает покоя. Опа. Кайфовый парень. Кайфовый паренечек. Тихо, тихо. Тихо. Да. Ой, закончик держится. Опа. Ух. Красавчик. Ты-то мой зайка. Ну давай, фотосет небольшой. Ну, братиш. Спасибо тебе огромное. Ты красавчик. Уа! Чуть не ушел с тобой вместе. Фу, ребята, я считаю, что можно уезжать. О, да, детка. Вот он, красавчик. Понтон 21. Блин, я не помню его название, но знаю, что он из дерева сделан. Такой, у него еще коробочка такая под дерево. Очень клевый. Фу. Фу, это было круто. Это очень было круто. Фу. Приятный, приятный для таких мест жерех. Я знаю, что здесь есть больше. Ребята, здесь есть крупнее. Будем... его ловить. Попачкаемся немного. Ой. Так, как бы мне пройти так, чтобы не утонуть? Было бы неплохо. Фу. Что-то мне тут не нравится. Ой-ой-ой-ой. Нет. Здесь стрёмно. Это был окунь. Дерзкий окунь. Что-то сейчас чувствую нехорошее надвигается. Yeah.
тут и как-то кое-кто сегодня промокнет. Ну, брат. А, ба-ба-ба! Просрал! Брат. Ну, последний забросик. Крайний. Крайний сегодня. В данном месте, как я долго делаю, я не, ну, удар был, да, какой-то интересненький. Я думаю, вот это был голавль, потому что звонко так пробил в бланк. Попробуем доловить. Есть. Сошел? Это жестоко. Ух ты, удар какой был. Да, голавль стоит. Бойкий. Ну, за краешек прям. Нет. Не, ну третий удар уже. Стоит голавль. Тут нормальный. Опа. Это приятненький уже. Ай. Это уже приятненький. Так. Повиси пока. Ловлю. О,
посмотри, где стоял, а? Да, есть. Боец. А я на первок тебе не ловил. Ну. Смотри, где стоял, а? Да, да, прям под деревом. Ну вот. Третий. Там же. Ну. С каждым разом все крупнее. Нужен вам? Ай. Нужен? Ну, ладно, хватит, отпусти. Хватит, да? Тихо. Сейчас, друг. Не, хватит. Ну и отлично. Не объедаться. Пусть растет. Летом идет, а они как выйдут там. Опа. Ну это будем форсировать. Этот маленький. Стандартные какие-то, да, там они стоят. И за краешек прям аккуратненько берут, кстати. Молокой все. Да, ну. Даже вьется с ней. Ну, метают, наверное, да, они еще. Поймал такие же. Перевес уже, да? Да, надо тоже прийти. Давайте. Я думаю, первая рыбалка удалась. Она принесла мне сегодня прекрасное ощущение. Я доволен. Рыба клюет. Ну, каких-то больших поездок у нас сейчас не предвидится. Поэтому буду пока снимать вот таких вот эпизоды, можно их так будет назвать, на разных реках. Вот сегодня был на реке Нара. Сейчас я вам покажу участок. Участок просто живописный. Мы практически до него дошли уже. Кстати, тут я и, наверное, всегда ловлю плотву, если мне хочется ее половить. Здесь, ну, утром обычно можно встретить лещатников. Вот такая вот она здесь симпатичная. Красавица, Нара. В районе деревни Мерлеева это находится. Там, в принципе, я думаю, прям по дороге и увидите. Такое вот красивое место. Да, круто здесь. Там вот перекаты, вот те, где я поймал жерех как раз. Дальше там обычно ловят нахлыст, еще голавлика. Активно, кстати. Сегодня у меня там что-то не получилось половить. Ну, в общем, место прекрасное, интересное. Конечно, видите, здесь немножко неудобно сидеть. Кто там ловит на фидер, на донке. Но народ умудряется, я вот и там ловил. Место крутое, так что приезжайте, ловите, но ловите в меру, отпускайте рыбеху, если она этого заслуживает, а если не заслуживает, тоже отпускайте. Так что ставьте палец вверх за такие вот пейзажи и подписывайтесь на наш канал. А я, наверное, поеду сегодня домой. На неделе, наверное, доеду еще куда-нибудь. Хочу в субботу, ну, в какую-то из суббот посетить реку Осетр, половить там голавля. В общем, вот так вот. Давайте, пока.